Дорогие огородники, посмотрите, сколько я сегодня собрал. 1 июля 2017 года зеленого лука. Этот лук у меня сорт называется Стурон. Очень хороший лук. И в этом году, несмотря на то, что лето такое плохое, холодное, дождливое, очень много слизней. И вот поэтому мне пришлось его собрать пораньше, раньше времени, потому что очень много слизней пошло. И что я хочу сказать, как ни странно, лук уродился очень сладкий. Вообще, просто прям как это, сахарный песочек. Да чё ж вкусный лучок, сочный, вообще просто, пальчики оближешь. Видите, здесь как много? Наверное, килограмма 3, наверное, я собрал. А посадил ровно килограмм я. Ровно килограмм. Чуть больше месяца назад. И видите, какой лучок у меня сегодня шикарный. Пока.